Отличный стан идет от Мурадина, моментально откидывает всех страж, однако забирает Кельтаса, и S5 сейчас потерпели фиаско, сокрушительное очень на самом деле. Отличное прикидывание по Кельтасу, хороший Близзер рингов просто, и моментально Кельтас умирает. К сожалению, Mighty Gust еще используется на красную команду. Рыгар еле живой, пытается закилиться. Великолепный Divine Palm выхиливает, вернее, спасает своего тиммейта Диабло. И это минус 3, минус 4. Выживает только один Мурадин. Сделали минус один, продолжает замедлять Рыгар, хорошая тампа, и это минус два игрока. В принципе, небольшой камбэк. Сразу хаотин вейв дается от Сильваны, раскол, и Старикс умирает. К сожалению, очень поздняя ульта от Рыгара, не успел засейвить своего тиммейта. Теперь у него ульта ушла на 10 секунд кулдаун. Чейзер Трала, хорошее откидывание от Диабло, дается Близзард, и это очередной килл. Скорее всего, Дайхард еще тоже умрет, но нет, скатился ультимейт, и благодаря этому он все-таки выживает. Мурадин очень опасно, конечно, себя спозиционировал, отличное откидывание от Диабло. Отличный разлом, хороший Mighty Gust, правда нет, очень плохой Mighty Gust в итоге вышел. Апокалипсис, минус 2, минус 3 игрока, и скорее всего этот GG well played будет в копилку команды 45. Да, также добивает еще и Леорика, и это надо заканчивать в ход. Диабло, осадный урон. Урон по героям. И, соответственно, братан, он урона получил сам по себе. То есть Диабло, по-моему, MVP данного матча. И нет, это Крейман. Вау! Довольно редко он появляется на сцене. Блайнда от Джоанны, там найдет клэп, Хаугрин Эрроу, хорошая стяжка от Джоанны, и очень далеко заходит Сильвана, однако Стариксу приходится отойти. Хороший стан от Мурадина, будет ли продолжение, Джоанна использует Unstoppable, сразу идет стяжка и блайндами пытается как-то обезопасить себя от Иллидана. Иллидан насел на своих соперников и Хобот пытается зачистить своих соперников, Трансфорс опять же ворвался, но насколько хорошо это вышло, да, довольно неплохо. В итоге размен 2 в 0.
Итак, сразу используется метаморфоза. Рейн оф Эйджес, к сожалению, идет никуда. Клэпа, Ринг оф Фрост моментально практически сбривает Лидана. Отличный минус идет со стороны команды 45. Продолжают видеть своих соперников. Да, кстати, убили также еще и Крадима. К сожалению, немного просмотрел. Хорошая стяжка опять от Джоанны. Добили также еще и Валу. Минус 4. Скорее всего, это GG OP.